Всем привет, спасибо, что зашли ко мне на канал. Хочу поделиться с вами рецептом легкого перекуса. Легкого в смысле, что его легко сделать, и не в том смысле, что мало калорий. Калорий здесь достаточно. Этот рецепт для меня актуальный, когда я вечером смотрю фильм и хочется чего-то такого пожевать запретного, но магазины уже закрыты и пиццу заказывать тоже поздно. Так вот, нам нужны булочки, желательно вытянутой формы, одно яйцо, порезанное кубиками луковица, сыр примерно 100 грамм, натертый на терке, и крем-фреш, грамм 50. Дальше нам нужна соль и перец. Кстати, можно еще добавить бекон тоже, порезанный кубиками. Я расстелила бумагу для выпечки, и булочки разрезала почти до конца. Они у меня держатся на последних там 5 миллиметрах. Теперь заполняю начинкой и ставлю в духовку на 180 градусов минут на 10, может быть даже меньше, минут на 7. В общем, желаю всем приятного аппетита, ставьте мне большой палец вверх, если рецепт понравился, оставляйте ваши комментарии и обязательно смотрите меня почаще. У меня для вас будет еще много всего интересного, красивого, полезного, иногда даже вкусного. Пока!